все упражнения, нам понадобится кирпичик. Или вы можете дома заменить кирпич, например, свернутым пледиком или полотенцем. Нам нужно расположить кирпич так, чтобы он оказался у нас на затылке чуть-чуть и вот на основании шеи. Мы располагаем. Втягиваем подбородок, разворачиваем плечи и стараемся руками вытягиваться вдоль стены. Вы прям почувствуете, как у вас раскрывается грудной отдел, разворачиваются плечи и работает задняя поверхность шеи. Для чего это нам надо? Для того, чтобы у нас шея находилась в правильном положении и как бы мышцы шеи были сильными. Потому что все мы смотрим вот так вот в телефон, и у нас постоянно шея вытягивается вперед. Соответственно, нам надо сделать так, чтобы у нас мышцы шеи поработали, не растягивались. Тоже делаем где-то минуты 4. 20 секунд держим кирпичик, 10 секунд отдыхаем.